Привет. Мы приехали на заправку Теслу. Я обещала показать Теслу, но я обещала не эту показать Теслу. Это в Санта-Барбаре. Она новая, вот такая вот большая. Заправка Тесла. Вот, Tesla Vehicle Charging. Ту я тоже хотела заснять, которая где Солганг, там более так интересно. Я ее все равно засниму, потому что я не ожидала, что я буду в Санта-Барбаре Теслу зарядку Теслу показывать. Там, потому что есть таунхаус рядом, и вот я хотела немножко рассказать об этом. Поэтому в мои планы не входило в Санта-Барбаре эту зарядку Теслу показывать. Станция это, зарядная станция. Вот горы знаменитые, Санта-Барбаровские. Там за этими горами Солганг дальше находится. Если за этими горами туда дальше ехать, то в Санта-Монику можно приехать. И тоже там. Что еще там? Да, Санта-Моника, еще что-то там. Забыла, что. А, Малибу. Малибу, да. Я первый раз засняла вот это вот. Машин практически здесь не было. И хорошо было видно. А сейчас столько машин, вот уже второй раз я заснимаю. Там у меня концовка была. Я 10 раз спасибо сказала, 10 раз пока сказала. Поэтому я то стерла и вот это вот заново снимаю. Ну все. Спасибо, кто посмотрел до конца. Пока.